Ну что, сегодня вот у нас образовалась задняя часть, новые диванчики. Все это прям выглядит очень и очень шоколадненько, посмотрите. Нравится. Вот сегодня такое у нас движение, вынули мотор из чарджера, сделали усиление, это специальные такие, короче, мопаровские фишки, скажем так, из-за того, что очень жидкие лонжероны в чарджерах, делаются вот такие штуки, чтобы не скручивался кузов. Ну и, собственно, все, машина едет на покраску. Hey, today we work with the Corvette, the Timofey Kosharny's Corvette. And now we have the special tool for take off the valve springs. And ну сюда смотрите. Вот это просто сказка.